Ну и теперь наилюбимейшая приставка всех геймеров Sega. И начинаем мы с увлекательной, на мой взгляд, игры WrestleMania. Как вы видите, что это что-то из серии Mortal Kombat. В одной из журналов пишется про эту игру, что здесь убогая анимация и очень бурное, прям так и сказано, управление. Однако я придерживаюсь совершенно другого мнения. Играть в нее просто, как вы сейчас, я думаю, тоже убедитесь, уморительно. Лупи себе руками, ногами, да и всем, что под руки, как говорится, попадется. Играть можно одному, одному против двух соперников. Можно играть в паре со своим другом против двух соперников также. Ну и, естественно, можете играть просто с друг другом. И, как говорится, кто кого. Кстати, очень важно вовремя прыгнуть на своего соперника, когда он уже упал. И тогда победа вам гарантирована. А вот, кстати, вариант, когда вы вместе со своим другом можете побороться со всеми шестью оставшимися нехорошими негодяями. В этом случае главное не треснуть своего товарища по башке и во все всячески помогать друг другу. Естественно, каждый из бойцов обладает своими определенными свойствами. У кого-то есть молоток, у кого-то палка, ну, в общем, и так далее. Кто-то просто может выкинуть своего соперника за борт. Ну, а товарищ в красных трусах, которого вы видите сейчас на экранах, просто в этот раз сдался. Смотрите, как вот он это делает.